Город обеспечивает уникальность территории. Создан музей военной техники под открытым небом с экспонатами техники времен Великой Отечественной войны. Обустроен единый пешеходный путь по улице Коммунистической, проспектам Октября и Ленина с велосипедными дорожками, парковыми скульптурами, детскими и спортивными площадками. Аналогичные аллеи появятся на улице Худайбердина и в западной части города. Стерлитамак решил отказаться от однообразной схемы покраски фасадов. Первый пример обновленного оформления – дома по улице Коммунистической и проспекту Октября. Фасады в исторической части города выполнены со сказочным мотивом и в духе уездного города.